Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, а видите продолжение партии за Германию в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы случайно наткнулись на это видео и не видели начало, то рекомендую перейти к нему. Ссылка на первую серию появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Также напомню, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, а для всех остальных приятного продолжения просмотра. Затопило? Этого конга затопило. У меня еще ничего не построено. Алексей срубил джунгли рядом, где у меня в будущем будет кампус, чтобы мне соседство было меньше на 0,5. Вот это сволочь, да? Да. Ненавижу с такими играть. Это война. Все ему всё делаешь, и поселенца подставляешь, и город потом пришел, забираешь. Садов, обработал. Ну. Садов. Слушайте, а вот тут-то акведук можно поставить, получается. Вот тут, их тут надо собрать. Так, вот тут давайте еще строителя тогда. Да, уже согласился. Из Гейдельберга не бегает и из Майнца не бегает. Но в Гейдельберге расти некуда, поэтому давайте из Майнца отправим лучше. Пока темный век. Так, здесь купим клеточку, обработаем свиней. Еще с кем-нибудь торговать вообще можно? Нет. У меня вообще должно быть счастье немерено, между прочим. Да, плюс 3. Эти клетки надо еще скупить и вырубить. Тут, соответственно, рис надо вырубить, тут скот. Майнц будет хорошим городом. Я когда все вырублю, надо будет сюда пингалу посадить. Вот это я все-таки хочу оставить на... Для... Господи. Для... Лесопилок. Челини, что это за переименование Нюрнберга? Что за нюрни? Типа, чтобы все в одном стиле было. Культурная ассимиляция. Поти, Каспи, нюрни. Хотя из Майнца... Нет, не бегает. О, кто, а православие это чья религия, кстати? Грузия, а что там у тебя? Крестовый поход? Так. Что-то мне это не нравится. Что за крестовый поход, грузин? Петра? Тут несколько клеток есть, да? Отошел, может. Отошел. Кто я? Да, Челинью, ты. Алексей, сделка. Что за крестовый поход? Почему ну, ты... я просто был в этом, как сказать. Во время войны я основывал религию, у меня было такое настроение, не знаю. Ну, с другой стороны, крестовый поход не помогает ему обороняться. Это да. Так, пока тут ничего не, не будем строить. Я по нижней ветке иду, не буду. Давай. В смысле, волнуйтесь. Ставим ганзу.
Кто хочет на меня нападать? Франкфурте надо что-то... Ганза уже построена. И акведук построен. Я хотел взять защитника веры, но защитника веры забрали. В итоге он даже не пригодился. Защитник веры, ну, алкоголизм. Какой-то странный алкоголизм. Защитник веры. Пища от храмов, я еще понимаю. Закусь нужна. Театралочку, наверное, поставлю. Потом. Так, что тут 75, что тут 75, да? Одинаково. Поэтому так делаем. Все районы построил во Франкфурте. Так, очень крутой город оказался. Тут быстрее районы поставил где-либо еще. Чем где-либо еще. Ну, давайте в универы, наверное. Или нет, давайте в акведуке. Ой, в акведуке. Так. Нужна водяная мельница. В Ульме следующим ходом куплю. Здесь, в Ахине. Блин, нет, не куплю. Тут еще нужны. Так, буду лесопилки делать. Тут я акведук не буду строить точно. Вот здесь какие-то районы надо поставить или вообще какие-нибудь чудеса. Ападана нет. Стоун... О, Стоунхендж. Кстати. Кстати, а почему нет? Мне надо вытравить религию... Вытравить религию... Грузина? Рано купил. Кинул так, предложение Ганзе. Союза. Завершена библиотека. Давайте библиотеку, да, мастерскую. Здесь гавань завершена. Маяк. И центр коммерции сюда. Здесь пока сделаю ферму. Здесь вырубаем рис. Так, тут театралочку поставим. Тем более, что у нас Махенджидару есть. И амфитеатр. Она, ух ты, блин, разлив какой. Юниты побило. А кто-нибудь расскажет, как, точнее, механику торговых постов? Какую именно механику торговых постов? Ну вот, например, у меня... за Рим играю, там говорится, что плюс золото за каждый, ну, да, торговый пост рынок в моем городе, а как их создавать особо и не написано, или я хреново... Торговый пост создается, когда заканчивается у тебя, ну, заканчивается куда-то путь. То
То есть вот куда, куда ты отправил путь в твоем городе и куда ты отправил торговый пост создается. Понял? Ты, например, когда открываешь, вот ты когда открываешь обзор торговых путей, вообще это не обзор, а ты вот тут доступные пути, да? То вот, например, ну у меня, например, написано Майнц-Ахен и рядом с количеством ходов такая иконка торгового поста. И вот тут, значит, есть торговый пост. Не знаю, нормально объяснил, нет? Вроде да. Ну, блин, что мастерский? Рынок надо. Так, рынок, потом библиотека, потом мастерская. Так, когда у нас там заканчивается? 10 ходов еще. Еще долго. Так, тут коммерческий. Давайте крабов обработаем. Даже не буду их вырубать, пускай работают на меня. О, надеюсь, Ахен теперь расти начнет. Так, средневековые стены. Эти в Гайдельберге. У нас 3 заряда. Ну, против грузина, похоже, надо. Мне тут гавань. Варвары разграбили, ничего себе. Троечку ферм поставлю. Блин, я уже как ни стараюсь, вообще никак не успеваю. Игра-то настаивает. На чем игра настаивает? Ну, мне продолжают предлагать, предложить этот Нюрнберг отбить по поводу. Да-да-да. Блин, ну я-то религию. Мне для этого плюс 22 эти золота, священные места нужны. Караванчик. Для религии. А где мне священное место поставить? Здесь? В Магдебурге, кстати. Грузина, убери, пожалуйста, своего этого разведчика. Кстати, вариант. Так, хочу тут. Тропические эти фермы поставить. Так, в Гейдельберге. Вот у меня Гейдельберг хреново растет, потому что там нету губеров. И я не знаю даже, что тут ставить. У меня нету ни одного кампуса, кстати. Кайдук. Ганза вот тут стоит хреново, между прочим. Что со священным местом? Плюс 2. Что с кампусом? Плюс 3. Ваши города получают полное жилье от войны. Ну, Махенджи Даро так себе. Кто-то построил наконец-то. Ну, надо мне религию убирать из городов. Грузинскую.
Значит, будем воевать апостолами. Если ты будешь на моей территории апостолами ходить, я их просто буду убивать тогда. Зачем мне юниты? Так, все чудеса света дают плюс 4 веры. Позволяет в зданиях, но у меня не так много веры. Реликвии, святилища и храмы дают жилье. Плюс одно довольство в горах. Давайте процент к производству возьмем. Так, здесь что? Стоимость миссионеров и апостолов снижена. В смысле, Тони, что уже накапливается? Да не, у меня речка развелась на 6 клеток. Ну, или даже на 7. Так. Мне надо священное место где-то вот в этих городах а ставить. Вы там как бы Зулуса не боитесь? 442 мощь. Сколько мощи? Я боюсь. 442. Ну да, но... нам не переплюнуть. Лёша, наверное, не боится, потому что в союзе... Давайте за свинок, ребята. А, за свинок? За трюфель. Давайте за черепах. Трояна... Нет, давайте за трюфели. Четыре лишних шелка. Это я сейчас говорю Рузвельту и японцу, что я готов им отдать безвозмездно, лишь бы они проголосовали за... Так, я проголосовал за трюфели и за себя, как торговый путь. Блин, произошло извержение вулкана, где у меня три района. Там часто извергаются. Ну, у нас шансов не было на строй, а их пятеро. Ну да. Это первый раз он извергся. А, там рядом еще один, вот тот извергался. Ну, а, кстати, Ганза не убилась, ладно. Тут только первая стена, а этот еще поставит и средневековые. Все нормально. Так, сейчас надо посмотреть, где у нас селитра вообще есть. Такое ощущение, что нет. У меня... А, не, есть. Подождите. А, это меня подсвечивало. Так, у ацтека завались 4 селитры у ацтека, 2 селитры у грузина, и только у меня ни хрена нету. Зашибись. Вот это с ресурсами тут, конечно... Всегда очень классно. Хотелось бы в Магдебурге священное место поставить, но я не могу, потому что тогда это будут пророки, сами понимаете кого, православия. Грузин, а ты видел, какие у тебя там острова южнее тебя? Ну, я вот уже на них зарюсь. Там даже целый континент, можно сказать. Из того, что я вижу, очень... О, блин, ну-ка, что это? Театралочка. У меня на четвертом уровне таких не было проблем. Ганзы потопили. Как на втором этом дебильном, ну охренеть.
просто охренеть. Так, ну тут надо Магнуса пересаживать в Гейдельберг, видимо. Да. А вот Мокшу нельзя в Майнц садить. Сюда Пингалу надо. Так, короче, Пингала... Да, блин, и в Магдебург Мокшу нельзя. Пингала в Майнц. Магнус в Гейдельберг. Мокшу давайте в Канди, наверное. Так, в Канди нужно священное место поставить. Плюс 2, плюс 2, плюс 2. Да, придется здесь ставить. Причем я не буду отпадать, надо быстрее его ставить. Блин, а у меня Вахини сейчас я уйдет. Причем мне в Ахине тоже священное место надо ставить. В тайминге прям укладываешься. Ну, тут я следующим ходом вот священное место сюда, наверное, бахну. Офигительно, конечно. А, я здесь рабочего делал, чтобы сюда повезти. И у нас там героический век. Надоело ждать 6 ходов. А великие люди могут пропадать? Да нет, вроде. Мне кажется, их только ядеркой можно уничтожить. А, нашел. С заметкой спрятался. Хитрюга, да? Угу. Так, священное место. И там священное место. Так. Здесь ведем... Тут, конечно, чеченица, наверное, неплохо была бы в Гейдельберге. Блин, может на чеченицу тогда? Она открыта. Сколько тут чеченица будет строиться? 16 ходов. Давайте, наверное, поставим чеченицу вот сюда. Тут потом театралку где-нибудь. Тут, наверное, кампус, тут театралка, вот как-то так. Тогда не вырубаем. Вырубаем всякие болота. Тут я все починил. Рынок сначала достроим. Вон библиотеку, а потом уже мастерскую. Блин, я тут могу караван, я так понимаю, еще купить. Откуда у меня не бегает? Из Магдебурга бегает, из Майнца бегает. Из Ахена бегает, из Гейдель... А, из Гейдельберга не бегает. О, как раз надо на производство. И еще один могу, наверное, караван купить. В Канди еда куда-то девается.
так сделаем, иначе нам тут не вырасти. Так, здесь покупаем святилище. Ну и мне надо и храмы, видимо, тоже, потому что иначе я инквизицию не смогу учредить. А для храмов... Храмы есть. Сколько стоит Алексей, храм купить? Давай. Ты тогда на ацтека допадешь? Нет. Просто сижу. Носите их слишком быстро. Я еще никого не успел найти. Еще никто никого не выносит. Хорошее чудо тут у Золуса. Так, храм стоит 240. Надо подождать один ход, я думаю. Ну, если я его куплю так. Лучше шпиона. Торговца. Мне нужно учредить инквизицию и вычистить эту скверну православную. Так. Ну, строительство чудес. Это еще зеба для чеченица сейчас быстро. Хорошо, что я тут не вырубил. А, тут два хода еще ждем. Магнус еще не приехал. Бабушка еще не приехала. Алексей сейчас предложил. Три хода. Может, все-таки уже к голландцу начинать отправлять? Нет, не к голландцу, а к Золусу на культуру. Или и туда, блин. Сейчас закончится изоляционизм, и не будет уже столько производства. Так, что мы тут будем внутренне? Это все пускай так и работает. Первый посол некуда отправлять. Начнется героический век, надо будет построить морские юниты. О, так, что-то я открываю фигню. Я уже ни с кем тут воевать не буду. Ну, в ближайший, сейчас вот не буду воевать. Может, книгопечатание? Блин, нет, давайте университеты. У тебя кампусов нету, подождите. Ну, я офигею с того расстояния, которое разделяет... Наши континенты. Два континента? Ну, я уже клеток 30 проплыл, и я все не доплыл до того континента. Я так понимаю, что тут и карты ограничены. Кстати, может быть, все-таки тут будет кругосветное плавание, если типа достигнуть обоих краев? Тогда засчитают как кругосветка.
Так, надо ли мне Занзибар перекупить? Вообще довольства немного, да. Я думаю, надо. Мы друг друга встретили одновременно с разных концов. Бывают же совпадения. Это американец где-то до меня доплыл? Не до тебя, а до твоего юнита на севере. А-а-а, да. Настолько с разных концов. Учитывая, что я на юге живу. На крайнем юге. Ну я ж не тебя конкретно искал. Ну да, я понимаю, но просто забавно. Ой. Лёша Инквизитор. Да. Я такой. Ух ты, Ганза, плюс 5. Вау. Так, давайте строителя, наверное, купим тут. 260 стоит. Так, тогда тут производим торговца. Следующим ходом тут строителя купить. Надо ставить карточку уже на корабли. Две галеры, чудо света античности, две гавани. В каравеллы надо выходить. О, Америка. Наконец-то, хоть кто-то с того континента. И торговать нечем, ну ты даешь. А чё, ты где приплыл? С ним. Я к нему приплыл. Блин, надо один караван все-таки к Сулусу отправить, чтобы культурный союз прокачивался. И здесь в очередь поставим одну галеру. Вторую. По-другому не так. Так, в Майнце рынок завершен, амфитеатр. Здесь покупаем строителя. И еще можно торговца купить. Так, здесь завершаем, я так понимаю, чеченицу следующим ходом. И вырубаем болото. Давайте вахини купим. А, тут уже есть торговец. Тогда давайте так. А кто там с кем воюет? Я ни с кем не воюю. Храм завершен. А не хочешь повоевать? С кем? Ну, Гронинген, например, себе забрать. Ну, я союзы со всеми заключил буквально только что. С голландцем у меня союз еще... А, 4 хода. Но... Блин, мне к нему проход такой неудобный просто. Вот, просто... Просто неудобный. Ну, да. Поэтому, пожалуй, нет, я, пожалуй, продлю союз с Голландией.
Блин, Челлини, если ты сейчас будешь апостолами обращать мои города, я с тобой точно не продлю следующий союз, это точно будет упорка. Мне твой крестовый поход тут нахрен не нужен. Я получаю науку. Мне пофигу, обращай Чем-то. Другие города, не надо было крестовый поход брать. Ко мне даже не... Я не буду с тобой продлевать союз, то я тебе прямо скажу. Ну, я даже не один, кто... Я бы вообще, я из-за тебя вообще в принципе в религию пошел. Я бы тогда не шел в религию, и у меня бы твоя религия была бы на счастье. Но так как ты взял крестовый поход, я не хочу его видеть. Даже не ходи ко мне. Уходи, дверь закрой. Да, вот именно так. Блин, а мог же в золотой выйти, что ты такие тупанул. Недружелюбные. Так, тут пропущу один ход. Так, что в Майнце? Что с кампусом тут? Плюс два. Ну, Лёша, ты пару прохода дашь? Да. Ну, все джунгли передаю Гейдельбергу. Так, ну тут нужен кампус. Конечно же. Блин, опять не успел. Американец, кинь мне, пожалуйста, еще раз. Я ее свернул случайно. Там убили. Понятно. Да блин, ты достал, варвар. Что мне тут всю гавань расфигачил? Так, здесь поставим учетные банки. Ну, вообще, мне надо бы теперь миссионеров взять, чтобы распространить свою религию. Галера. Две галеры сейчас у меня будет. Античность открыта. 2, 2, 4. Так, ну нужно... Нужен район тогда теперь. Театралка. 3. Блин, тут на производстве. Видимо, надо ставить. Падана. Киловакисевани. Храм Махабодхи. А кампус? Плюс два. Давайте кампус. У меня мало науки и много вообще даже не будет. Лёша, прими сделку. Так, где у нас там можно... В меркантилизме. Пойдем в меркантилизм. Нет. Посвящение, потом меркантилизм. Это лесопилки можно ставить. И еще одну. Блин, а дружба нам зачем? Если ты тоже сейчас какую-нибудь религию пойдешь мне разносить. У меня нет религии. Не хочу апнуть каравеллу свою.
А, окей. Так, контрфорс. Тут вырубаем. Маяк. Так, надо с варварами этими идти разбираться. Снизу, которые приплывают постоянно ко мне. О, тут какие-то есть, между прочим, острова. Блин, у грузина нету ни одного коммерческого района. А что, папнуть не альянс, что ли, нужен? Не знаю, наверное, да. Да что ж так плохо все? Вообще, было написано на дружественной территории. Ну, не хватает, видимо. Ребят, а... А что, получается, за веру нельзя корабли на них? Нет, нельзя. Нельзя, да. И осадные юниты нельзя. И самолеты нельзя, да. И зенитки нельзя. Только наземные, короче. Так, на всякий случай. Ну, типа, зенитки не наземные, и осадные тоже не наземные. Да, типа не наземные. Прикинь. Ну, я тогда тебе военный альянс кинул, я не знаю. Ну, давай, может, ладно. Может, с альянсом? Так, Челиньо. Хре Занзибар перекупать. Ну, это мой город, у меня два люкса только. Чё все против меня в этой игре? Кто все? По-моему, только я один. У меня его перекупил, говоря, что он, типа, это... Типа, чтоб для очков. Я буду за него до последнего. Я бы давно уже его у тебя перекупил, если бы не нашел уже научную. Говорю. Не, кстати, у меня неплохая религия, процент к производству как раз. Да блин, опять в Магдебурге. Надо возвращаться в Магдебург. Не понял, почему плюс к иудаизму, если... Ага. О, капер с одним уровнем повышения. Прикольно. Этот я хочу, кораблик. Ха, забавно, что он не плавает. Типа, пока не открыто. Он все равно, типа, в океане не плавает. Ладно, давайте пока оставим тогда. Я хочу апнуть их в каравеллы. Работает. Пора последнего губернатора назначать и, наверное, в Магдебург. А где вообще все остальные на этом континенте? Я что-то плыву и что-то сплошной американец какой-то. Ты до американца доплыл? Ну, я уже много его городов вижу. Какой видишь? Все, которые южные. Ну, Баффало, Цинциннати, Вашингтон, Нью-Йорк. Вот, Нью-Йорк, вот совсем уже близко, вот прям близко. Я бы сказал, даже очень тепло. Ну а японца ты так просто не встретишь.
На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут увидеть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно выйдет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!